Всем привет! В сегодняшнем мастер-классе будем делать с вами вот такой вот красивый венок на голову. Обязательно оставайтесь со мной, я вам покажу, как сделать такой венок легко и быстро. Итак, для работы нам потребуется фетр зеленого цвета, репсовая лента шириной 2,5 сантиметра, металлический ободок и сантиметровая лента. Берем отрезок ленты 2,5 на 6 сантиметров, будем формировать лепесток розы. Таких отрезков нам потребуется 10 штук. Берем отрезок, подгибаем край к середине, складываем еще раз и скрепляем все зажигалкой. Для одной розы нам потребуется 10 таких лепесточков. Сейчас будем собирать розочку. Берем первый лепесточек, наносим клей. Скручиваем. У нас получился такой вот бутончик. Далее берем следующий лепесточек, ставим ровно посередине, наносим клей, скручиваем. Обязательно держим, чтобы хорошо все скрепилось. Клеим лепесточки на одном уровне, чтобы они у нас никуда не съезжали, а были на одной плоскости. Берем третий лепесточек. Сначала мы прикладываем и смотрим лепесток, как он будет смотреться сверху. Потом переворачиваем уже, наносим клей. Теперь мы будем клеить все оставшиеся лепестки по кругу. Также прикладываем, смотрим, чтобы все у нас было красиво. Розочка готова, пока убираем ее в сторонку. Далее берем фетровый квадратик размером 5 на 5 сантиметров, складываем его два раза. Будем
Формировать чаще листик для розочки. Берем металлический ободок, сантиметровую ленту, вымеряем ободок и отмечаем середину. Длина ободка 38 сантиметров. Отмечаем середину 19 сантиметров. Приступаем к сборке ободка. Всего нам потребуется 7 таких вот розочек, металлический ободок. Я отметила серединку. Будем наносить клей ровно посередине, так, чтобы наша розочка была под наклоном небольшим, чтобы она смотрела у нас вперед, получается. Наносим клей. Берем первую розочку. Делаем небольшой наклон, смотрите. Далее наносим клей с правой стороны. Смотрим с обратной стороны, чтобы все было аккуратно. Наносим клей с левой стороны. Стороны будем чередовать. Теперь клеим с правой стороны. Держим обязательно, чтобы розочка схватила с ободочка. Вот и все, ободочек готов. Делается очень легко и быстро. Обязательно попробуйте его сделать.